Но все эти обвинения продолжаются снова и снова. Эти еврейские лидеры напрямую ответственны за духовный холокост, который в данный момент происходит среди евреев. Мы теряем нашу молодежь. Это рак, растущая ассимиляция, смешанные браки, отчуждение. Именно они это начали. Бная Брит, американский еврейский конгресс со своим плавильным котлом. Десятилетиями мы слушали 11-ю еврейскую заповедь «Переплавься». Десятилетиями мы слышали от Бная Брит: «Отправляйте детей в общественные школы, а не еврейские, потому что дети должны общаться с разными людьми». И когда они встречают этих разных людей, приводят их домой, родители восклицают: «Боже, где ты ее нашел?» Десятилетиями они сражаются в великих битвах. В битве за то, чтобы местные загородные клубы пускали евреев в свои ряды. Вот что их беспокоит, что евреев не пускают в загородный клуб. Вот в чем их проблема. В любом суде, где языческий загородный клуб не пускает евреев или Бная Брит, я на стороне загородного клуба. Наша молодежь — жертвы. Мы уничтожили их. Bernie, Bernie.